Привет, Беларусь! Спасибо, что проявили интерес к нашему ролику. Досмотрите ролик до конца, там вас ждет небольшой конкурс. Буду вам крайне признателен, если не пожалеете свой царский лайк. Если вам не понравится наш ролик, мы вернем ваш просмотр. Честно-честно. И всем Geek Rogers, поехали! Сегодня мы заканчиваем снимать ролик про город-городок. И дальше едем в славный город Витебск. Итак, ближе к делу. Мы уже рассказывали в прошлом ролике, что городок — самый холодный город. Однако это не делает его менее интересным. Город просто сияет своей историей. Причем сияет в прямом смысле. Сейчас это не сильно заметно. Снег уже растаял, но все же крайне советуем посетить летом этот красивый и ухоженный город. Начиная от древнего еврейского кладбища, кстати, у нас есть отдельный ролик на эту тему, и заканчивая нереально красивыми закатами. Вы просто обязаны это увидеть, я не шучу. Сам город расположен в 36 километрах от Витебска на север. Если вы приедете на автобусе, то советуем полюбоваться водонапорной башней прямо возле автовокзала. Недавно башню реставрировали. Далее идем мимо второй школы. Судя по всему, сейчас там идет ремонт. Стадион, дом культуры, туристско-информационный центр. Надо будет заглянуть перед отъездом. Как и в любом уважающем себя городе, здесь есть музей. К сожалению, мы не успели туда попасть, но тем интереснее для вас. Обязательно загляните туда, когда будете проезжать мимо. Почему-то в городке не продается шаурма. Автор канала большой любитель шаурмы, и мы обязательно еще попробуем шаурму в каждом городе Белоруссии, в котором только побываем. И, конечно, расскажем вам свое мнение. А теперь напишите в комментариях 5 фактов про город-городок. И один из вас получит магнитик на холодильник с символикой города. Ролик озвучил Рэй. Всем Geek Rogers, увидимся в Витебске. Пока!